Еее, чуваки, антисамп, антисамп, всем антисамп, это моя организация, если что, антисамп, и все, просто говоришь антисамп, и все понимают, откуда ты, для чего ты, и зачем ты, и это, знаете, очень приближено к теме данного видеоролика, потому что, как бы, вы можете увидеть геймплей, я сейчас на Black Rush, на сервере Indigo, на замечательном 11-м серваке, на котором у меня есть никнейм Данила КПРФ, хэштег ZDS, мой промокод, и вообще много еще всего там есть, я еще в конце об этом поподробнее скажу, однако давайте сейчас более подробно обо всех вот этих вот вещах, о которых мы только можем поговорить насчет Black Rush, и сейчас мы возвращаемся к моим самым таким, знаете, к моей любимой рубрике, скажем прямо, это обзор моделек на Black Rush, на всех прочих вещах, на всех вот этих вот GTA RMP проектах и так далее, давайте к новости, или не к новости, в общем-то я к ней перейду когда-нибудь, вы тут можете пока подождать, посетить. Black Rush показали новое авто, а именно Kia Rio, ждали, и тут у нас есть, разумеется, сама вот эта, вот, знаете, фотокарточка модельки, то, как она, наверное, будет выглядеть, или то, как она не будет выглядеть, я не знаю, но, в общем-то, она тут есть, вот вы на нее можете посмотреть, я сейчас вам ее показываю, слева направо, справа налево, есть даже какие-то отражения более-менее, но вот, опять-таки, все хорошо. Переднее колесо у нас есть, но заднее-то где? Почему она без колес? Я не понимал. То есть, понимаете, Black Rush, она исправляет свои вот эти вот все ошибки, которые у нее иногда бывают насчет колес, насчет всех прочих вещей, насчет вот этого вот всего прочего. Но почему-то тут сейчас вот оно не исправлено. Почему оно не исправлено? Я не понимаю. И если честно, мне вообще, наверное, никогда все это не понять. Чуваки, я не знаю, что происходит, что вообще делается, почему спереди колеса есть, а сзади их нет, ну неужели вот нужно было нас так обделять всеми вот этими вот колесами? Вы что, серьезно, что ли, ребят? Ну сделайте вы нормально все эти колеса, сделайте вы приемлемо все вот эти вот штуки, сделайте вы все это нормально, но почему это все нельзя сделать? Почему я должен испытывать какой-то стыд? Почему, когда я обозреваю все эти модельки, я должен людям говорить, мол, вы знаете, а колес нету, типа, да, передняя есть, а сзади она будет, типа, шкаблить весь вот этот вот асфальт, линолеум, там, ламинат, все прочие вещи, то есть это очень странно, это очень фигово, но давайте посмотрим, что говорят вообще все люди по поводу данной модельки в комментариях, потому что, возможно, они что-то говорят, а возможно, они о чем-то там, знаете, ли умалчивают, или не умалчивают, или говорят, или там еще что-то вот это вот все делают. Никита Шкаленок, или Шкаленок, пишет: кредита помойка с точкой, то есть человек был, знаете, так вот не особо рад всему этому, не особо так, знаете, ему все это вот нравилось, то есть кредита помойка, и он точку в конце поставил, и в общем-то да, и его Гайсар Хусейнов спрашивают, почему помойка. И тут спрашивают, мол, другой вопрос интересен, при чем тут кредит? А я вам могу сказать, потому что Kia Rio, какие Hyundai Solaris, какие все прочие вещи, они у меня ассоциируются только с кредитом. Типа, мне кажется, брать кредит на машину, это, наверное, самая вообще такая, вот, я не знаю, вот поступок какой-то очень странный. То есть, хуйня, ты ее покупаешь, бля, выезжаешь из салона, она уже в несколько раз дешевле стоит. То есть, это вложение, тебе просто, блядь, легче, наверное, нахуй велик купить, а все сэкономленные деньги, блядь, сжечь, ты получишь больше удовольствия, чем от машины, потому что, блять, ты ее покупаешь, и ты вот только выехал из салона, ты за те же самые деньги ее уже не продашь, за которые ты купил ее, допустим, в салоне. Другой вариант, если покупать с рук, ну там опять-таки это, как знаете, наверное, ладно, не будем тут вот уходить в какие-то дебри и так далее, то есть, ну в самом деле, и чаще всего, разумеется, на все вот эти вот машины, на Kia Rio, на Hyundai Solaris, на все, то есть я в машинах не разбираюсь, и даже я все это понимаю, то есть тут берут кредиты на все эти машины, я не знаю, возможно, там какие-то предложения очень выгодные, мол, там, знаете, платить всего по 3000 рублей в месяц, и выплатить его кредит как бы за там 10 лет, типа, ну это прикольно, это как ипотека, это типа, ну, типа все так делают, все живут в кредит, у всех все хорошо, правда, если вас уволят с работы или еще откуда-то, типа, будет не особо приятно, но в целом, конечно, всем без разницы, всем насрать и всем, ну, вообще, типа, ну такие дела, поэтому я думаю, что, ну, такое себе, абсолютно точно такое себе. Однако, разумеется, я играл, я снимал, я делал все прочие вещи на проекте Black Rush, по айпишнику, вернее, по ссылке в описании вы можете скачать их клип, потом зайти на сервак Indigo, там вы можете ввести мой никнейм Данила КПРФ, Данила нижнее подчеркивание КПРФ, там же вы можете сделать все прочие вещи, то есть вы там много всего еще можете сделать, поэтому я думаю, что не особо вам нужно совсем этим запариваться, просто переходите по ссылке в описании, скачивайте клиент, там есть мой промокод хэштег ZDS, там есть мой никнейм Данила КПРФ, там еще есть много всяких разных вещей, поэтому заходите, узнавайте, познавайте и увидимся тут же завтра с вами в 20:00, либо же немного попозже, либо же немного пораньше, тут уж я извиняюсь, как пойдет. Всем спасибо за просмотр, всем до свидания и всем, разумеется, пока.